Ребята, всем привет! Меня зовут Никита Кислов. Многие из вас меня знают как тренера по плаванию. На самом деле я руководитель школы плавания Swim Rocket. И Swim Rocket — это не только ролики на YouTube, это большое такое спортивное предприятие, большая школа плавания. У нас есть много внутренних интересных процессов, которыми в этом ролике я хочу с вами поделиться. Каждый месяц я буду выпускать условно некий дайджест того, что произошло. В общем, погнали! Итак, новый 2023 год у нас начался с большой коллаборации с сетью магазинов «Спортмастер». «Спортмастер» — это крупная спортивная сеть, более 450 магазинов. Также «Спортмастер» возглавляет рейтинг топ-100 спортивных проектов России. В рамках коллаборации мы уже сейчас начисляем нашим ученикам бонусы, которые можно тратить в магазине «Спортмастер». Совсем скоро мы также будем начислять эти бонусы всем, кто занимается у нас в онлайн-академии. У нас была классная съемка, и вы ее уже видели на нашем канале, где мы сделали обзор экипировки. И эти видео пойдут на сайт «Спортмастера», когда вы будете покупать какие-то там очки. Там будет мое лицо, либо лицо наших ребят с нашего канала, где мы даем мини-обзор на ту или иную модель. Также совсем недавно мы встречались в офисе «Спортмастер», встречались с большой командой, где мы обсуждали тренды плавательной экипировки, какие будут купальники, какие будут очки и что вообще ожидать в 2024 году. Несмотря на то, что сейчас 2023 год, крупные бренды уже смотрят на год-два вперед. На этой встрече мы прикольно пообщались, потому что там были разные дизайнеры, которые создают коллекции спортивной одежды, спортивных аксессуаров. Мы рассказали свою точку видения, и у нас сложилась общая такая классная картинка. Надеюсь, что это все в будущем реализуется, и мы сможем вам это показать. Новость 2. Наша картина с бабулечками попала на самую крутую спортивную выставку, которая называется «Спорт и искусство». На этой выставке на открытии были олимпийские чемпионы Юра Пострига, олимпийский чемпион по гребле, Никита Нагорный, Давид Белявский, это олимпийские чемпионы по гимнастике, Никита Мазепин, это автогонщик. Там было очень много именитых спортсменов, разных звезд, в том числе шоу-бизнеса, и был Тимати, он тоже, как известно, любитель искусства. История этой картины просто уникальна. Начнем с того, что на нашем сборе в Нижнем Новгороде я познакомился с нашей ученицей. Она, оказывается, у нас плавала в группе, но я ее лично не знал. Ее зовут Наташа. Наташа художник, она рисует детские иллюстрации. И тут она, в ее профиле я увидел картину с этими бабушками. Я ей говорю, можно я заберу ее себе? Она говорит, конечно, забирай. Я беру эту картину, выкладываю ее у себя в социальных сетях. Она просто разлетается, набирает 1000 с лишним лайков, многие пишут, где ее взять, репосты и так далее. Потом я узнаю, что идет набор на выставку «Искусство и спорт», и ставлю просто хэштег этой выставки. И вы не поверите, мы попадаем сначала в топ-100 работ, то есть мы проходим первый отбор, а потом нас приглашают уже физически, чтобы мы привезли нашу картину на выставку, и попадаем в топ-15 работ вообще по версии этой выставки. То есть это офигенно. Представляете, работы со всей России, и тут наша в топ-15 работ, которая была нарисована просто по стебу. Случайно, можно сказать, был поставлен хэштег, и она залетает. По-моему, очень прикольно. Новость 3. Я принял участие в съемках на популярном YouTube-канале «Жизат». У них более 1 000 000 подписчиков, и рубрика называется «10 глупых вопросов тренеру по плаванию». На самом деле, съемка была просто смешная, мы очень смеялись. Сейчас уже вышло из монтажа, что-то порезали, но в целом мне понравилось это интервью. Вы можете перейти, ссылочку оставлю я на него в описании, посмотреть, потому что я немножко там представлен в другом ключе. Я не в шортах, не в майке, не в бассейне. Я сижу там и на серьезных щах рассказываю про плавание. Абсолютно любой возраст может заниматься плаванием. Ты с отцом идешь на речку, он тебе бросает с лодки в воду и говорит, захочешь жить, поплывешь. Писают бассейн много, особенно дети. В принципе, то, что справки отменили, это очень круто. Четвертая новость. Мы провели стратегическую сессию всеми руководителями Swim Rocket. Мы поняли, куда мы будем двигаться как школа, куда мы будем двигаться как организация сборов, куда мы будем двигаться как наш YouTube-канал, и классно нагенерили очень много и интересных идей. Мы были в Подмосковье, мы много думали, много брейнштормили, много считали, ну и, конечно же, немного веселились и даже играли в снежки.
Пятая новость. Мы наконец-таки записали долгожданный видеокурс «Научиться плавать кролем с нуля до 500 метров». Это прям базовый фундамент, который я долго рожал, и вот родился этот курс. Там много интересных фишек, которые будут полезны как и совсем, кто начинает плавать и не умеет плавать, так и довольно опытным пловцам, потому что там затрагиваются фундаментальные основы. Сейчас вы можете оставить предзаказ на покупку этого курса по сниженной цене. Ссылка на предзаказ курса будет в описании. Новость 6. Год только начался, но мы уже успели провести детский лагерь в Подмосковье и также взрослый интенсив по плаванию в Москве, где мы работали над техникой открытой воды. У нас были контрольные заплывы, у нас были лекции касаемо открытой воды. В общем, много интересного и много людей мы прокачали уже на январских праздниках. Сейчас у нас идет активная подготовка к сбору в Дубае, потому что первый наш сбор по открытой воде будет в Дубае совсем скоро. А также для тех, кто хочет научиться делать сальто и быстрые развороты в бассейне, у нас будет мастер-класс в Москве. Также все это расписание и ссылки будут в описании. Ну и седьмая новость. В декабре мы отбомбили наши легендарные гонки ракет. Более 350 участников, дети, взрослые. Для тех, кто не знает, гонки ракет – это соревнование для любого возраста и для любого уровня подготовки. Сейчас мы начали активно готовиться уже к новым гонкам ракет, к весенним, которые пройдут в апреле. И, друзья, мне нужна ваша помощь. Если вы помните, что декабрьские гонки ракет мы провели в стилистике фильма «Назад в будущее». Мы назвали их «Swim to the Future». Сейчас мы не знаем, в какой стилистике провести, поэтому пишите в комментариях ваши идеи, может быть, по мотивам какого фильма провести эти гонки ракет. Если у вас будет классная идея, и мы ее заберем себе, я персонально вам подарю слот на участие в этих соревнованиях. И в целом я бы хотел сказать, что сейчас начался прям сильный сезон у детей, взрослых. Все идут в группы плавания, все идут на персональные тренировки. У нас активно развивается YouTube-канал. Новые направления, новые SMM-каналы мы скоро тоже будем развивать. Пока это секрет, узнаете в следующих месяцах. Друзья, я хочу сказать большое спасибо, что занимаетесь в нашей школе, что смотрите наши ролики, что даете нам идеи. И спасибо, что поддерживаете нас. Благодаря нашей совместной синергии мы развиваем плавание и спорт в нашей стране. И мы, как Swim Rocky, все вместе движемся к нашей глобальной цели – обучить плаванию более 100 тысяч человек. Ребят, напишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось в этой рубрике, стоит ли ее продолжать и вообще какие темы освещать. Ну а на этом все. Это был Никита Кислов, школа плавания Swim Rocky. Всем легкой воды, всем спорт. Пока-пока.